Доброго времени суток, друзья, с вами я, Димикс, и сегодня мы поиграем в Contract War. Да ладно! Некий такой инди-трэш у нас на шутеры из социальных сетей. Ну, короче, давайте посмотрим, что это за, ну, так сказать, игра. Вообще, стоит ли в нее играть? Да. Да, вступаем в игру. Окей. Попробуем кого-нибудь убить. Понимаю, что меня... Блин, я напоминаю, что у меня новый микрофон, так что не пугайтесь. Такой вот у меня голос. Может, чуть-чуть получше. Понятно. Ну, первый, блин, ком, как говорится. Поэтому дубль 2. Ну, согласитесь, графон тут... Ужас. На-на. Вот так вот. Че, на кого наехал? На великого летсплейщика Димикса. Димикс аж 21 к 1. 21 к 1. Очки. Так, ладно. Так, Димикса не сломить, Димикса не убить. Если только в спину. Пока Димикс как бомж с дробовиком ходит. Слежит свою жертву. И... Вот козёл, а, в спину прямо, а. Я записываю. Ну, блин, ну это скучно. Давайте мы, пожалуй, в другую карту выберем. Другая карта немножко. Да ладно! Как бы я понял одну вещь, что вот мы записываем в полноэкранном режиме, да, вот. Но мы выходим на кнопочку Escape, то у нас все, блин, убирается. И придется потом монтировать очень долго. Так, ну это не важно, а важно то, что мы опять на толпанной одной карте торчим уже дофигища времени. Так. А! Это не Battlefield. До Battlefield-то ей очень далеко. Да ладно! Но то, что это все-таки браузерная игра, это, конечно, плюс. Ну, как бы да. Так. Кажется, никого у нас нету. Battlefield у нас тоже обязательно будет. Только тогда, когда я его скачаю. Ну, то есть, настоящий, как бы у меня он. Да блин, я заговорился. Чего вы хотите? Так. Ладно. Сейчас мы кого-нибудь убьем с этой пуколки. Тихо, 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 тихо. Почему он не умеет бегать, а? Почему только ходить, как крыски? А вот сидеть он умеет. На. Вот так вот. Battlefield Hardline Edition. Next Gen. Вот именно вот такой будет Battlefield Hardline. А Call of Duty этот, Advanced Warfare будет еще хуже. Не уверен. Хотя на E3 4 гига. Видеопамяти. Вообще. Скажите мне одну вещь. Зачем Call of Duty Advanced Warfare требует 4 гига видеопамяти? Что она там? Мульцо будет прогружать? Ну окей. Блин, козёлы. Ну, снайпер, чего хотите. Так. Дубль 2 или 3, или 4, или 5. Так, нету. Никого там нету. Нож. Где нож? А, вот нож. Как Battlefield. Хоп! И прирезал. Еее! Стрелок! Нормально. Вот козёл, а. Чё, ничего, чувак, ты меня сейчас получишь. По голове. О, тихо. Кто? Где? Ах ты ж. Водка. Ладно, окей. Может, надо что-то смена, давайте попробуем сменить там что-нибудь. Может, нам дадут другой класс оружия или чуть-чуть. Так, ну пока что... Ну так, троечка, так сказать. Как видите, людей тут очень много играет. Просто школьники, да. Ну, может, и не школьники, фиг знает. Я в эту игру всего играл 2 раза. И то с друзьями. Опа. Трезунчик пойман. Трезунчик, убивайся, падла.
Сбивается, бля. Пойдю. Иди сюда. Иди сюда, я тебе покажу, блин. Кто такой дилер? Тихо, 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 блин! Вот так всегда, ребята. Патрон заканчивает прям не в подходящий момент. На, козел. Да, ребята, не, даже не подозревают, что они попадут в выпуск. Инди-трэша. Ладно, так. Опять я не нажал пробел. Нажимаем пробел, 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 пробел. Не понял, и что это дало? Ладно. Предположим. Так, отлично. Вообще можно, знаете, фраг-шоу сделать по ней, если я только научусь в ней играть. Прикиньте, так фраг-шоу прям. С дробаша, с чего хотите. Можно так смонтировать, в принципе. Не лень! Поэтому мы поиграем пока что вот так. И я надеюсь, что скоро закончится эта карта и мне дадут выбор оружия. Да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блин, да что ж такое-то прям в спину, а? Козел долбанный. Сейчас мне получишь. Так, вылазь из этих, из этого днища морского. На-на. Словил. Не пальцем деланный. В Battlefield все-таки играли. И КС-ку. Оба. Вот так вот все. Вот. Дело к верстам ведем. Пинг у нас. Ну, ну, пинг такой там. Как бы да, не очень. Согласен. Сколько еще будет длиться? А, 2 минуты. Ну окей, 2 минуты, в принципе, можешь подождать. Может быть, там карту поменяют или еще что-нибудь. Короче, мы успеем с вами сменить оружие. Блин. ПНТ. Идите на. Так. Ну что, ребят, можно сказать, что это проходной такой шутан, который, если у вас не тем, там, не знаю, ну, ни Warface, ни КС, ни Battlefield, то, пожалуйста, вот это вот днище прям прямиком для вас. Я думаю, мы сейчас в 21 веке живем, поэтому я думаю, у всех сейчас тянет и в Battlefield, и КС, и что хотите. Вообще не требователен так-то. Вот, ну если вам не понравилось ни то, ни другое, то вот. Думаю, вам это понравится. Хотя, опять же, не уверен в этом. Потому что так, так себе, короче. На троечку, на твердую троечку. Оба, хедшот. Так. Может еще кого-нибудь завалим? Тихо, тихо, тихо. Оп! Оба! Меткий. Я меткий, ребята. Меткий, меткий, меткий. 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 Очень-очень меткий. 51 хп, может быть, я и трою. Нет! Не получилось. Ну и хрен с ним. Так. Мы нажимаем на паузу и ждем, пока закончится эта гребаная. Давай! Ей! Ждем, пока закончится эта гребаная карта. Осталось 40 секунд. Ребята, потерпите немножко. Скорее бы уже. А то, блин, такое ощущение, как будто я в мыльцо играю. Ну, в смысле, типа Call of Duty первый. И в первый круче было. Интереснее, разнообразнее. Ребят, никого не хочу обидеть, если вы являетесь фанатом игры или же играете в нее, то как бы просто не обращайте внимания на то, что я говорю. Просто она мне лично не нравится. Вот, скажем так. Не зацепляет вообще. Я лучше уж в КС позагамываю, чем вот это вот. Тем не менее, мы прошли, и я как бы нахожусь аж на 5-м месте. Ну, для первого раза неплохо. Ну да, ребята, для первого раза очень даже неплохо. Один хедшот у нас был, один лонгшот и рейдшот. Нормально. Так, результаты матча. Я понял, как нам выйти-то. Или сейчас будет следующий матч. Сейчас посмотрим. Нет, только не это. Блин.
Опять то же самое. Я не хочу. Не хочу, не буду. Блин. Так, ну что же, у нас быстрая пробежка. Теперь у нас уже другая карта. Я надеюсь, здесь седьмой, что-то там соседнее с Б5. Загрузочная площадка. Отступай, бойцы, Юсек. Мне там пишут, блин, ну не пишите мне в ВК, ну пожалуйста. Ну я же... Крузись быстрее, кусок нища. Я готов, короче. И как бы кто, как бы то ни было, это типа Point Blank. Да блин, да что ж такое-то? Ребята, ну как так-то, а? У нас тут уже другие люди, опытные, я смотрю. Опытные игроки, опытные школьники, ну как хотите, так называйте их. А уж нормальный человек, в здравом уме, вот такой вот не будет играть. Шучу я, шучу. Узбагойтесь. Так, ладно. Давайте вот тут посмотрим, может быть, кого-нибудь смогу отсюда снять. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Надо было дробашка. Эффективнее раза в два, а это днище, оно даже не может нормально стрелять. Только в упор, ребят. Ну серьезно, в упор. Давайте попробуем в упор. Сейчас посмотрим, как тут пули летят, все это. Разброс пуль и так далее. Да. Очень хорошо тут пули летят. Ну ладно. В упор мы его убили. Так, это что за хрень? Понятно, физики просто ноль. Да. Ну ладно, флеш-игра, ей можно простить многое. Это же не прям как бы это... Так, это что такое? Это пинг у меня так прыгает хорошо. Вот блин. Падла. Да как так-то, а? С одной пули? Ёп. Та. Козлина. На-на. Вот и все, допрыгался. Хе-хе-хе. Кажись, я допрыгаюсь. На-на. Двоих уже снес. Нормально. Нормально, ребята, мы играем. Прям вообще шик. Блин, ты чё такое? Чё с пингом творится? Я не знаю. Так, сколько у нас там раунд? А, ну нормально, там, в принципе, сколько там, 3 минуты каждый раунд. Это, в принципе, для такой игры, это очень даже норма. На-на, хедшот тебе. Тихо. Тихо. Ах ты, блин. Плеер лидирует по очкам. Моя где-то там в днище второго... А, у них у всех второй левел. Ну, нормально. Ух ты. Тихо. Скажи, кого-то слышал. Текстурки, прям как в Титанфоле, блин. А помните главную вещь? Если вы купили Титанфол, то вы никогда не смотрите на текстурки. Они... 90-х годов. Нарисованные в пенте. И скомпилированы в ноутпаде. Никогда не смотрите на текстурки. Абсолютно ни в какой игре. Вас просто убьют. Нифига себе, двоих сразу, прикинь. Это я монстр киль. Опс. Нормально. Нормально. Эх ты! Иди сюда. Иди сюда, гонщик. Да ладно, неужели меня убьет? Вы че, гонщик? Иди нах! Ножом! Ножом! Грёбаный нож! Да что это за нож такой? Пипец. Нож вообще тут просто неиграбельный. Я не знаю, как с него вообще можно зарезать. Да ёп! Ладно, ребята, ждем еще минуточку и переходим к следующей игре. Следующая игра у нас будет Contract Wars, или как это она там называется, короче. Да ёпта, ты что ж такое? Да, количество ёпта в этом видео просто зашкаливает, я знаю. У меня именно такие впечатления, когда вот меня убивают или еще что-нибудь. Злит немножко, знаете.
Нифига себе у меня с ножа, нифига себе, вот этот четкий чувак. Текстурки. Конечно, не графодротер, но текстурки, блин, они заметны издалека. Так, ну. Идите в жопу, я пошел домой. Будь добры, помедленнее. Я записываю. На-на, шо тебе? Тихо. Ах ты, блин. Плеер лидирует по очкам. А я где-то там в днище второго... А, у них у всех второй левел, нормально. Ух ты, тихо. Кого-то слушаю. Ааа, текстурки, прям как в Титанфоле, блин. Помните главную вещь, если вы купили Титанфол, то вы никогда, смотрите, текстурки. Они 90-х годов. Нарисованы в пейнте. И скомпилированы в ноутпаде. Никогда не смотрите на текстурки. Абсолютно ни в какой игре. Вас просто, блин, нифига себе, двоих сразу, прикинь. Это я монстр килл. Опс. Нормально, нормально. Эх ты! Иди сюда. Иди сюда, гонщик. Да ладно, неужели меня убьет? Вы че, гонщик? Иди на! Ножом! Ножом! Клёбаный нож, да что это за нож такой? Пипец. Нож вообще тут просто неиграбельный, я не знаю, как с него вообще можно зарезать. Ёп! Ладно, ребята, ждем еще минуточку и переходим к следующей игре. Следующая игра у нас будет Contract Wars, или как это она там называется, короче. Да ёпта, ты что ж такое? Да, количество ёпта в этом видео просто зашкаливает, я знаю. Ну, именно такие впечатления, когда вот меня убивает или что-нибудь. Злит немножко, знаете. Нифига себе у меня с ножа, нифига себе, вот этот чёрт, чувак. Ааа, текстурки. Конечно, не графодротер, но текстурки, блин, они заметны издалека. Так, ну. Тут... Yeah.